здесь. Сегодня у нас вновь зарисовочка по редактору игры Толарга 2 Шторм с модом на Звездные войны, война клонов. В этой зарисовочке, как вы уже, наверное, поняли, у нас будет битва против умбрианцев. Сразу хочу извиниться, потому что битва, по идее, должна быть на Умбаре, но, к сожалению, карты я не нашел. Какую-то карту я тут выбрал, нейтральную такую, так что, ладно, опустим это. Сразу хочу сказать, что это зарисовка от подписчика. Если ты тоже хочешь прислать мне свою зарисовку, в закрепленном комментарии будет ссылка на мой паблик ВКонтакте, обязательно подписывайся. Ну и также поддержи меня лайком. Напоминаю, 30 лайков равно новой зарисовке, 35 лайков равно новой зарисовке от подписчика. Что ж, не будем тянуть кота за одно место. Всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Начинается у нас замес. И, кстати, друзья, АТРТ, да, вам не показалось, это не что-то там другое, а это именно АТРТ. Дело в том, что в новой версии мода АТРТ как таковой нету. Но мой подписчик, спасибо ему большое, помог мне перенести из версии 0.3Z вроде, или просто 0.3, в новейшую версию мода на Звездные войны. Если вам интересно, опять же, отпишитесь мне в ВКонтакте, я вам помогу перенести АТРТ в новую версию, чтобы вы не мучились и ваши зарисовки выходили еще красочнее. Ну а, друзья, с вас я прошу всего лишь лайк, потому что серьезно, для вас я даже постарался и перетащил этот чертов АТРТ, поверьте, это было не так уж и легко. Ну, миномет у нас здесь начали пальбу. Кстати говоря, вот подкрепление дроидов, которые уже практически все истребили. Дроиды боевые, кстати, что-то вообще как семечки. Ну, знаете, может, мне казалось просто до этого, потому что у нас скорость была в 0.1, 0.5, это как зарисовки супермасштабные были. Но подписчики, вы мои дорогие, тоже присылайте мне помасштабнее зарисовки, потому что такие зарисовки маленькие мне самому не очень нравится делать. Да и я думаю, что вам нравится по большей части такие огромные масштабные зарисовки, нежели такие мелкие. Но ладно, все же ваши желания, я их исполняю, друзья. А что у нас здесь? Здесь у нас извиняюсь, потихонечку идет. А клоны тоже потихонечку продвигаются. Апа, ты вообще куда побежал? Подожди. Это, кстати, друзья, здесь Апа, Рекс и Файвс. Как вы уже поняли, вот, собственно, Рекс, а тут вот Файвс. Вот он, да, уже подбегает. Как вы помните, кто смотрел, естественно, мультик «Война клонов», вы наверняка, ребята, знаете, что в мультике именно при Умбаре, при штурме Умбары были Файвс, Апа, Рекс и прочие клоны. Но в основном был 501 легион, 212 вроде как батальон. Если я путаю, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А тем временем у нас АТИ уже, смотрите, так прорывается. И умбрианцы, извиняюсь, уже с опаской смотрят. Ну и, естественно, я бы на их месте тоже опасался, потому что такая громадина просто на нас движется, это же офигеть можно. Клоны тем временем отстреливаются, им вообще все нормально. А те у нас как-то она странновато идет. Я бы на ее месте просто вот так пошел и все, но видно, она решила как-то выделиться, и у нас вновь, смотрите-ка, взрыв. Ну, взрыв в камень вошел, скажем так. А то, что ничего опасного для КНС и умбрианцев, соответственно. Но уже умбрианцы, как вы можете видеть, отступают, их не мешки с песками просто додробят, вы сами, друзья, это видите, извиняюсь за смех. И, кстати говоря, тут уже все, танчик недействителен. Тут у нас тоже недействителен, а тут еще парень у нас, смотрите-ка, сидит и пытается что-то сделать. Кстати говоря, что у нас здесь по левому флангу? Капец, здесь уже, смотрите, никого нету. Здесь все мертвы, видно, их расстрелял просто миномет. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь нет, у нас здесь все продвигаются потихонечку. Ну, опять же, под поддержкой от Ти. Она хорошо достаточно помогает. Ну и сама она потихонечку идет, просто прижимает плотным огнем противника, тем самым накрывая данных ребята. Кстати, извиняюсь, но я не могу просто пройти мимо АТРТ. Я хочу в нее сесть. Подождите, дайте я в нее сяду. Она вроде как цела. И хочу немножко пострелять с нее. Извиняю, братик, что тебя задавил. Так. Офигеть, смотрите, у нее выстрелы довольно-таки неплохие. Давайте отключим интерфейс. Все, отключили мы интерфейс и будем без интерфейса. Вот так вот. Ну, достаточно неплохо, смотрите.
Куда вы убежали, ребята? Подождите, они так нас боятся, что аж убежали, охренеть. До свидания, друзья, все, пока. Все, даже мы с вами успели поиграть. Охренеть, не-не-не, смотрите, танк, давайте уничтожим его, попробуем. Все, это весь танк, офигеть. Смотрите, сколько их здесь. Охренеть можно, это просто расстрел. Расстрел клона и минометный расчет также выскочил. И помог наверняка уничтожить вот этот вот ТТРТ. Но в принципе, знаете, неплохой такой шагоходик, небольшой, достаточно прикольный. Давайте пошлем наших бойцов в атаку. Можно, конечно, занять умбрианский танк. Давайте мы это и сделаем, потому что кто смотрел мульт «Война клонов», те, наверное, друзья, знают, что как вроде Fives, Ляпо, извиняюсь, уже точно не помню, заняли вот этот вот танчик и начали пальбу по самим умбрианцам. Я думаю, будет им это сюрприз. Так, давай, бро, поворачивайся и задай им тряпку. Так, опа. Офигеть, смотрите, прикольно он стреляет, но правда не очень-то удобно, потому что двойные выстрелы и все. Кстати, броня у них видно вообще никакущая, потому что их что-то вообще даже с простых бластеров выстреливают. Давайте попробуем уничтожить вон тот танк. Что-то не получается. Давайте все же уничтожим его. Потому что у него очень слабые щиты, как я заметил. И, конечно, просто меткости ему не занимать. Ладно, попробуем зайти уничтожить. Как-нибудь просто серьезно хочется их уничтожить нахрен. Потому что простыми выстрелами бойцов он был уничтожен. Я аж офигел, если честно. Все, пальбу у нас открыли. И все, минус этот танк. Все, друзья. Победа за республику. Если вы также хотите, чтобы я снял вашу зарисовку, пишите мне в комментариях. Пишите в ВК, обязательно вступайте в группу. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. 30 лайков, новая зарисовочка. 35 лайков, новая зарисовочка от подписчика. На связи был Лотто, всем пока.